Обер-верхи. Верх легковерия. На днях в Т застрелился землевладелец К. Местный воротила, человек богатый и семейный. Пуля была пущена в рот и засела в мозгу. В боковом кармане несчастного было найдено письмо следующего содержания. «Сейчас я прочел в календаре, что в этом году не будет урожая. Не урожай принесет мне банкротство. Не желая доживать до такого позора, я заранее лишаю себя жизни и прошу никого не винить моей смерти». Верх рассеянности. Нам передают за достоверное, что на днях в одной из лечебниц имел место следующий прискорбный случай. Известный хирург М., ампутируя себе ноги у железнодорожного стрелочника, по рассеянности одну ногу отрезал у себя, а другую у помогавшего ему фельдшера. Обоим подана медицинская помощь. Верх гражданственности. «Я сын почетного потомственного гражданина, читаю гражданин, хожу в гражданском платье и пребываю со своей Анютой в гражданском браке». Верх благонамеренности. Нам пишут, что на днях один из сотрудников киевлянина, некий Т., начитавшись московских газет, в припадке сомнения сделал у самого себя обыск. Не нашедший ничего предосудительного, он все-таки сводил себя в квартал.